Восточно-Казахстанскую область с официальным визитом посетила делегация послов и представителей компаний Европейского Союза. Главная цель визита – дать новый импульс для развития сотрудничества в различных направлениях, от промышленности до логистической сферы. Подробнее в материале моих коллег. В течение двух дней делегация послов и представителей компаний Европейского Союза посещала промышленные предприятия Восточно-Казахстанской области, чтобы ознакомиться с их работой. Налаживание таких контактов открывает новые возможности для привлечения инвестиций и развития бизнеса в Казахстане. Отношения Казахстана и Европейского Союза очень динамично развиваются на протяжении всех 30 лет их существования, но особенно динамично, наверное, в последний год. И связано это с тем, что и Казахстан, и Европейский Союз осознали важность углубленного и расширенного партнерства между друг другом и расширение этого партнерства на такие сферы, как новые сферы, как редкоземельные металлы, как зеленый водород и как транспорт и логистика. С каждым годом возрастает активность взаимодействия Казахстана с партнерами из ЕС. Европейские предприниматели готовы инвестировать в развитие казахстанской промышленности и внедрять передовые технологии в производство. У Казахстана огромнейший потенциал и в то же время интерес к диверсификации своей экономики, модернизации этой экономики. У Европейского Союза тоже интерес к новым партнерам, к тем странам, которые могли бы предоставить, скажем, редкоземельные металлы, которые нам нужны для нашей зеленой сделки. В рамках рабочей поездки делегация из ЕС также посетила Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева, где ознакомилась с передовыми научными проектами в области промышленности и геологоразведки, над которыми работают специалисты вуза. Ирина Саникова, Асхат Талгатулы, Алтай Акпарат.